Приветствую всех вас, дорогие мои зрители, у микрофона Ром Лири. Мы, вспоминая предыдущую игру, помним вот это сообщение от этого пользователя. Но, на самом деле, мы в четвертом дивизионе, нам нужна еще одна победа для того, чтобы закрепиться в этом дивизионе, не упасть обратно, не вылететь в пятый. Давайте это сделаем, а заодно также напишем очень интеллигентный ответ на прекрасно выученном английском языке тому пользователю, чтобы он понял, что не нужно ругаться, лучше спокойно общаться и спокойно играть в FIFA. На самом деле все прошло как нельзя лучше, команда абсолютно готова к следующему матчу, пользователь ответил и извинился за то, что написал, так что мы абсолютно полностью готовы к следующему матчу. Surprise, motherfucker! And the score is 1-0. Игра была настолько равна во всем, что даже по ударам, по голам, по всему мы были равны, и на самом деле это был один из самых сложных матчей, которые у меня были. We'll be right back.
вот вы теперь спросите, Ромлери, а что же было дальше во втором тайме? Ну, схематично это было так. Давление и немножко контратак. Давление, контратаки. И потом как-то вот все это, знаете, такой замедляющийся цикл. В конце концов, финальный свисток. Вымученная победа 4-3 и вторая победа в четвертом дивизионе. У микрофона был Ром Лири. Всего вам хорошего и до новых встреч!